свидания. Значит, третью и пятую главу оставляем. А восьмую мстите. Да, и любви побольше. Да вы вообще там из кровати не вылезаете. Чё здесь кровать? Я о чувствах. Должно быть понятно. Какое ожерелье! Фантастик! Спасибо, спасибо. Господа, не скучаете? Как тебе, Машка? Завидую. Кладите руки на тарелочку. Мы вызываем человеческий дух императора Александра Павловича. Вы здесь, ваше величество. А что здесь делает эта Оля Лукоя? Не трогай дедушку. Вот только не надо давить из меня слезу. Ты же сам сказал. Милая моя, в детство впадаешь, очнись. Единственное чудо, которое произошло, это то, что ты стала моей женой. А все остальное к нему, то есть ко мне, приложилось как приданое. И все, что у тебя есть, и все, что, дай бог, еще будет, дал тебе я. Первого круга. Мань, не что с тобой? Что ты творишь?